После окончания войны немало ветеранов получили юридическое образование и поступили на службу в надзорные органы. Также сотрудники прокуратуры вспоминают коллег, которые ушли на фронт и не вернулись. Мероприятие проходит уже около 10 лет. Как пояснили в ведомстве, оно помогает сохранять преемственность поколений, а пример фронтовиков важен для тех, кто в мирное время стоит на страже интересов граждан.